Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Стайл номер один. И сегодня у нас будет обзор на не Лего Бионикл, а просто Бионикл. X-Soldier. Бараки. Мантакс. Это у нас серия Бараки. Мантакс. Вообще, зачем я его купил? Купил я его ради вот этих вот ботинок, они очень крутые. Кальмар, естественно, вот эти вот. Короче, в нем почти все детали очень полезные. Вот. Предлагаю вскрыть его. Сборку показывать не буду, но вскрою. Так. Вскрываем набор. Ну, вылезайте. И инструкция давай. Специально не смотрю, может, вы уже заметили. Так. Ну, первое, что хотелось бы отметить, это вонь. Вонь, она ужасная. Это, кстати, не Белла, ничего. Какая-то хрень понятная. Так вот, деталька улетела. Что? Что? Чё она такая грязная-то какая-то? Кстати, маска неплохая, но она грязная, она пыльная. Посмотрите. Фу. Не понял, а где? Смотрите, Кизи, должны быть ступни. Я хочу такую ступню, а получаю тракши. Но это неплохо, ладно. Так, пластиковый, нет? Да. Так, спецпакетик. Кальмары. Хорошо, что есть кальмары хотя бы. Так, вот эти вот водоросли тоже не того цвета. Держатели не того цвета. Короче, жесть. Так, давайте откроем. Так, вот кальмары. Ну, кальмары классные. Они упругие такие, хорошие очень. Вот. Ну, мои придирки, это, естественно, вот к этой броне, которую я больше всего хотел. Собственно, к голове. И вот к чему. Вот посмотрите. Они должны быть черного цвета. Какого фига? Они зеленые. Кажутся синими, они зеленые. Так, все вроде нормально, кроме вот головы. Это еще ладно, сойдет. И на плечи. Ну, вот эти вот штуки. В общем, буду собирать, потом покажу сбор. Как. Потом будет обзор, собственно, сам. И в итоге у нас получается тихий ужас. Да, именно так. Потому что, ну, что-то как-то фигня. Фигня, да. Но и похвала тоже будет, подождите. Вот. Значит, давайте начнем с различий. Он радужка, насколько мы можем заметить. Да, вот это вообще зеленый. Да, он радужка. Он не соответствует вообще полностью конструкции этого набора. Посмотрите, какие у него ноги. У него ноги от Ракши. Да? Какие должны быть нормальные, по-настоящему ноги. Далее. Посмотрите, как вот здесь вот такая деталь, да? И кальмаромет. И вот здесь такая же деталь. Шиш, темно так стало. О. Вот. Тут должна быть маленькая. Видите, вот такая вот маленькая-маленькая. А тут обе две большие. Но это к плюсу. Далее, посмотрите, здесь вот такая незакрытая деталь. И наплечник. Видите, как здесь. Они прям на руки вот это вот нацепили. Дальше. Где хвост? Видите вот этот таз, да? И вот там дальше идет вот такая вот конструкция. Тут они прикрепили и невский торс. Да, и невский торс. В нике. Вот. Дальше, естественно, несоответствие цветов. И положили лишний щиток, который сказали, знаете, куда прикрепить? Как бы, ну, как бы это неприлично, неприлично не было. На задницу. Вот так.
офигенно. А детали не положили, чтобы прикрепить. Вот, вот так вот. Значит, убираем этот щиток. О плюсах. Пластик выполнен очень хорошо. Хорошее качество, ничего не ломается, не разбалтывается. Для самодельщика это the best of the best. Вот. Кальмары очень хорошо подойдут в лего-коллекцию кальмаров. Тянутся, даже более упругие, чем леговские. Вот. Очень хороший кальмар, очень. Тем более их тут два. Их можно брать в коллекцию. Вот у меня теперь три кальмара. Один, кстати, у меня леговский. Голова. Голова весьма неплохая, только она почему-то резиновая. В лего она была не резиновая, вот видите? Резиновая, такой жесткой резины. Какие-то мутные глаза. Все так работает. Голова неплохая, но она грязная. Я не знаю почему. Вот вы можете рассмотреть. Вот. Вот. Вы видите? Вот. Видите, какая грязная голова? Не знаю почему. Все очень хорошо крепится, кроме вот, вот этой вот парочки. Это тоже почему-то резиновые детали, хотя в лего никогда такими не были. Опять же, говорил уже про несоответствие цветов, что является полной правдой. Вот. И посмотрите, тут вообще ничего не прикрыто, это ужасно. И нам сказали именно вот так вот поставить. Он непропорциональный и некрасивый. Вот. Если вы самодельщик, то берите этот набор прям обязательно. У вас здесь будет море полезных деталей, как вот такие детали. И не смотрите на то, что они потрескавшиеся. Они двигаются очень отлично. Ой. Сейчас, вот. Двигаются отлично, посмотрите, как хорошо двигаются. Вот. То есть тут очень прям упруго все сделано. Это очень-очень круто. Вот. Ну да, тут зеленые соединения вместо синих. Я не знаю почему. Вот. Можете заметить. То есть вот так. То есть если, еще раз говорю, вы самодельщик, берите обязательно X-Solders, бараки, мантус. Обязательно советую. Для самоделок очень хороший набор. Если вы коллекционер, ни в коем случае не покупайте этот набор. Вот такой вот итог. А вы подписывайтесь на мой канал, убираем его. У тебя, дружок, и на детали. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был я, Лего Стайл номер один, LG Number One. Всем пока. До скорых встреч.